всех сборочных операций и выполнения пусконаладочных работ происходит процесс приемки данного транспортного средства «Юнитрак». Разработан перечень проверок, которые реализуются в данном случае в цеху. Какие-то несоответствия либо отклонения от технических требований по месту устраняются. Значит, в отличие от предыдущей версии, был внесен ряд конструктивных изменений, которые затем были реализованы на данном транспортном средстве. Все это выполнено и должно подтвердиться испытаниями. Последующим этапом будет проведение проверок на экотехнопарке, которые подтвердят качество изготовления этого транспортного средства и способность выполнять его те функции, которые были заложены техническим заданием. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся. Распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвестором в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании вот переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Марта, замечательная дата, поэтому 2018 года, поэтому традиционно по средам наши с Алексеем технико-экономические вебинары по проекту Skyway. Я, друзья, извиняюсь, что буду изредка, видите, так подкашливать, потому что еще все-таки не 100% восстановился, вот, но отдыхать и расслабляться некогда, потому что проект идет самым-самым полным ходом, и останавливаться и расслабляться нам нельзя сейчас, друзья, ни на секунду.
Вот. Ну, давайте по порядку. Значит, вы заметили уже, наверное, что мы несколько перестали сейчас в том плане, как мы делали это почти полгода, этот отчет до Экофеста. Это не потому, что поменялось что-то с проведением Экофеста. Просто более уточнилась дата, потому что проект очень сложный, очень много факторов, которые... И как мы ориентировались, что это будет первая неделя июля, то есть на 7 июля это выпадало 2008 года, мы ориентировочно эту дату ввели. Сейчас, уже исходя из того, что будет очертание уже более четкого плана действий, который будет на все лето именно у конструкторского бюро и лично у инженера Юницкого, вот, соответственно, сейчас дата уже из внешних факторов начинает несколько сдвигаться. Именно, скорее всего, это будет либо где-то вторая половина июля, ближе к 20, либо первые числа августа. Определиться это, друзья, точно до 1 мая, то есть за 90 дней до проведения Экофеста обязательно будет названа точная дата, чтобы можно было взять билеты, можно было заказать гостиницу. Это нормальный срок, 90 дней. Для Беларуси. То есть мы говорили, сразу же, друзья, у нас происходит событий, которые там и пытаются даже в чем-то обвинить или тем более некорректных действиях. Друзья, сразу приношу свои извинения. Если кто-то уже взял билеты, либо взял, забронировал гостиницу, понес какие-то затраты, и потом эти затраты может перенести дальше на сдвижение билетов, либо это, то, друзья, естественно, что компания вам, как Skyway Capital, вам все это дело компенсирует, друзья, поэтому давайте относиться ко всем уважительно и понимая, ну, все-таки ту важность дела, которую мы сейчас делаем. Как я уже говорил, еще раз повторюсь, сегодня будет вебинар, посвященный многим таким нюансам, которые сейчас происходят, и, скажем так, слободневным вопросам, которые сегодня идут и в проекте Skyway, и в Капитале. Вот, поэтому мы очень много вопросов, и дальше, когда будет Алексей свою часть вступать, вы можете писать вопросы, я буду отвечать уже, ну, там, в завершающей части, как мы это обычно делаем. Так вот, друзья, сдвижка происходит, исходя из того, что Skyway участвует в нескольких мировых, очень крупных транспортных выставках, и исходя из того, что везде будет продемонстрировано целая большая линейка подвижного состава, он перемещается уже даже не то, что в другие страны, а на другие континенты. И исходя из того, сейчас выстраивается логистика для того, чтобы на Экофесте 2018 было максимально показано для наших партнеров возможности Skyway. Поэтому все образцы, которые будут до этого в разных участвовать в выставках и разных частях света, они должны собраться в Марьиной Горке, и, соответственно, мы с вами должны увидеть все разнообразие того, что сейчас готовится. Поэтому будет определяться это сейчас сроками транспортировки образцов с последней выставки, которая будет перед этим, и, соответственно, графиком уже непосредственно генерального конструктора и автора проекта Юницкого. Вот. Поэтому ориентировочно, как я уже говорил, друзья, это конец июля, там, первая неделя августа, но точная дата мы с вами точно уже начнем. И дальше, как только будет объявлено, будем уже четко считать, да, ну, именно время до Экофеста. Давайте, друзья, я немножко остановлюсь еще раз об Экофесте. Почему мы так много уделяем внимания, и почему это событие действительно, друзья, очень ожидаемое и очень значимое. И без преувеличения могу сказать, это веха вообще в мировом тренде, в мировом концептуальном развитии не только транспорта, друзья, а в мировом тренде развития вообще всех основных технологических платформ и направлений, которые сегодня есть. Потому что Skyway – это то, что сегодня в себя вбирает все, что только возникает передовое в науке и технике. Возникают, как мы уже с вами много говорили и обсуждали, линейный или мотор-колесо с очень эффективным большим и КПД, и большой отдачей. Естественно, это сразу встает уже в мини-байки, в юнибусы, в подвижной состав. Возникают новые материалы, которые сегодня необходимы для подвижного состава, для корпуса. Они сегодня применяются. Возникли углеволокно, то есть то, что сегодня позволяет делать принципиально новую путевую структуру, которая толщиной один мобильный телефон, но может выдерживать пролеты до 7 километров
без промежуточных опор. Естественно, это уже применяется в проекте Skyway, это уже проектируется и делается, закладывается. Применяются сегодня, появляются новые нанотехнологии, которые позволяют делать изолирующие материалы, где 0,1 миллиметра, это как 2 метра кирпича, то есть это идеальная изоляция, теплоизоляция для подвижного состава. Естественно, это уже проектируется в подвижном составе. Возникают новые бортовые компьютерные системы, которые начинают давать новое качество перемещения, новое качество организации пространства. Естественно, все это уже проектируется и закладывается в подвижной состав. Возникают новые, помните, мы даже когда Анатолию Давыдовичу Яницкому на день рождения подарили кресло, тоже с определенными задачами, что сегодня это ведущее массажное кресло, которое позволяет восстанавливаться и релаксироваться. И это тоже уже закладывается сегодня, что в каждом юнибайке будет передовое массажное кресло, где человек, перемещаясь, может и получать массаж, и релаксировать и так далее. То есть это весь комплект. Поэтому все, что сегодня возникает, сегодня сразу же является втягивается в технологическую платформу Skyway, и наш подвижной состав, и юнибайки, и юнибусы, и юнилеты, и юнитраки, это все сосредоточение сегодня передовой науки, которая сегодня двигает именно саму транспортную услугу на новый уровень. И как раз, друзья, очень, опять же, вы должны понимать, что что-то, о чем вы увидите на Экофесте, мы будем заранее анонсировать, показывать, чтобы это было ожидаемое событие. Что-то будет абсолютным сюрпризом, абсолютно наукой, и по двум причинам. Первое, для того, чтобы вы увидели это первое, и это было право именно акционеров и партнеров Skyway увидеть первое своими глазами именно передовое направление науки. Ну и второй вопрос, друзья, мы это никогда не будем скидывать со счетов, это конкуренция, это предварительно нельзя показывать, прежде чем это запатентовано, запущено и защищено именно с точки зрения уже ноу-хау и оборота интеллектуальной собственности. Поэтому это тоже, друзья, то, что сегодня ожидает, но то, что я сейчас могу сказать, что мы с вами действительно увидим в Экофесте, это как минимум 4 новых направления именно на концептуального развития транспорта, концептуального развития технологической науки, все, что связано с перемещением. И это принципиальные вещи, которые не показывались никогда нигде. Они не существуют ни в аналогах, ни даже в концептах. И естественно, что и проект Skyway, и компания Skyway, мы являемся острием сегодня технологической науки. И мы сегодня все больше и больше уже позиционируемся именно как инженерная технологическая школа, которая развивает экономику очень многих процессов и проектов, исходя из технологических решений. И в этом плане, когда начинают сравнивать сегодня наши проекты, очень много задают вопросов уже с традиционным, я бы сказал, хотя трудно назвать Hyperloop Илона Маска, но сегодня это уже не проект не одного Илона Маска, а уже ряда еще целых таких крупных бизнес-сообществ и крупных бизнесменов, то сегодня мы уже Hyperloop называем как традиционная, то есть привычная система для обсуждения. Хотя, друзья, она еще не показала даже прототипа, она находится в стадии испытания, сегодня в стадии изготовления подвижного состава и форвакуумной трубы, которая еще пока не создана. Поэтому прототип еще создается. Но при сравнениях сегодня этих технологий мы можем сказать, что Skyway готова показать и продемонстрировать уже не то, что прототипы, а действующие промышленные образцы. Сегодня идет разработка уже проектов с применением этих технологий. Сегодня идет активное построение уже и бизнес-корпораций, и бизнес-моделей с применением технологий Skyway. И здесь, друзья, как раз вы тоже, наверное, заметили, что у нас резко изменился, ну вот где-то начиная с осени прошлого года, с октября-ноября, манера подачи информации и доведения информации. Кто-то стал нас обвинять, что мы что-то стали скрывать. Кто-то говорит о том, что сегодня, друзья, отсутствуют новости, чтобы доводить до наших партнеров. Я могу сказать, друзья, ни то, ни другое не соответствует действительности. Сегодня в разных частях света ведется настолько активная работа по запуску адресных проектов, что вы даже не можете себе это представить. И сегодня доведение этой информации, мы находимся сегодня
в, скажем так, в такой вилке, в такой ситуации, когда, обладая определенной информацией, ее нельзя доводить и нельзя выпускать в широкое обсуждение по многим причинам. Во-первых, наши конкуренты не дремлят, и сегодня уже идут часть проектов, которые входят в сферу интересны крупнейших и корпораций, и бизнес-сообществ. Когда технология Skyway именно за счет своего конкурентного преимущества начинает выдавливать и начинает на себя вытягивать и заказы, и инвестиции. Это, естественно, процесс очень непростой, но это замещение, это уже более разумное замещение. И заказчики, которым эта технология более интересна, но конкуренция начинает переходить уже в недобросовестные такие формы. И естественно, что очень мощные игроки сегодня очень начинают применять определенные шаги для того, чтобы остановить продвижение технологии Skyway. Вы все относитесь к этому. Я думаю, что здесь собираются абсолютно разумные люди, люди, которые болеют за проект, которые понимают логику развития проекта и понимают, о чем мы говорим. Поэтому каждый шаг сейчас надо делать очень осторожно, очень выверенно, очень продуманно. И, соответственно, исходя из требований уже председателя совета директоров и руководителя группы компаний Skyway, автора самого проекта, он сейчас поставил задачу, что мы должны, друзья, общаясь с вами как с партнерами, общаясь с вами как основной движущей силой сегодня проекта, но, друзья, вы должны понимать сегодня ту задачу, которую решает именно головная компания и менеджмент Skyway, что нельзя сегодня дать лишней информации, потому что переговоры и проекты, которые сегодня запускаются, настолько серьезные и настолько значимые, что иногда даже упоминания регионов или лиц, которые в нем участвуют, могут повлиять и на развитие тех или иных ситуаций. Поэтому, друзья, я тоже прошу меня простить. Я всегда нахожусь в очень такой двоякой ситуации. Вы сами видели несколько раз, когда и происходит иногда вольно или невольно утечка информации, или когда некоторые вещи анонсируются несколько заранее, которые потом появляются именно как официальные новости, подтвержденные. Поэтому, друзья, от себя лично и зная то, что сейчас происходит, друзья, я могу сказать, что проект развивается так активно, как он не развивался никогда. И недалек тот час, эти новости мы только услышим от самого Юницкого. Это то, что сегодня происходит. И когда он посчитает нужным донести эту информацию, единственное, друзья, что я на себя возьму смелость и ответственность, потому что я общаюсь с ним очень часто. Вот он только вернулся сейчас в очередной раз из турне по уже Арабским Эмиратам, Индонезии, Индии. Вот. Новости, друзья, те, которые сегодня там происходят, они просто ошеломляющие. И давайте просто наберемся немного терпения, когда это можно будет. И более того, сейчас уже понятна логика, как эти новости будут происходить. То есть мы будем не источниками этих новостей. Они будут сначала где-то озвучены и проходить по каким-то официальным каналам, а потом мы уже, друзья, будем комментировать и будем пояснять, что это происходит. Поэтому давайте, осталось совсем немного времени, когда мы с вами узнаем о новом этапе движения проекта Skyway. Ну, а от себя могу сказать, друзья, это вечная, к сожалению, такая ситуация, что я много чего, как говорится, сейчас знаю по мере своей осведомленности работы, но невозможно это говорить. Поэтому считайте, что это некая определенная такая интрига, это некая такая определенная анонс событий, которые сегодня происходят. И я могу единственное, что добавить, что, друзья, мы с вами как партнеры проекта Skyway, как те, кто сегодня является основной движущей силой, здесь имеется в виду, что каждый из нас, который сегодня участвует в работе краудинвестинговых платформ и Skyway Invest Group, и Skyway Capital, и RSV, то есть те, кто сегодня своими руками и своими плечами поддерживает и продвигает проект, мы сегодня все, друзья, сопричастны тому процессу, который сегодня идет. И сейчас идет процесс, когда уже результаты представляются на суд и на востребование уже заказчикам и серьезным инвесторам. И этот процесс сегодня все больше и больше набирает обороты. Больше, друзья, прошу относиться к этому как угодно. Если
это кому-то является положительной информацией, относитесь положительно. Наши тролли, как всегда, будут это разносить и показывать, и троллить, и все это предоставлять в негативном свете. Это, друзья, тоже их право, их прерогатива. Это каждый занимается в этой жизни то, чем желает, и то, чем хочет. Мы, друзья, с вами создаем инновационную транспортную коммуникационную систему. Мы с вами создаем технологический уклад, как он называется, шестой технологический уклад. Мы делаем следующую технологическую революцию для того, чтобы сегодня жизнь, которая нас окружает, значительно изменилась, значительно стала лучше и приятнее по сравнению с теми, что сегодня мы имеем проблемы, которые нам дает техногенная цивилизация, которая накопилась за последние 300 лет. Сегодня на смену техногенной цивилизации, техногенной именно развития приходит экогенная, это то, что мы с вами создаем. Основой является именно Skyway. Это те технологии, которые сегодня решают ряд проблем, которые нас окружают. И мы с вами, друзья, именно по стечению обстоятельств, по тому бизнесу, который запустил и создал инженер Юницкий, мы с вами все к этому причастны, и от каждого из нас зависит это движение и это развитие. Поэтому, друзья, все мы с вами, естественно, с нетерпением ждем запуска первых адресных проектов, когда начнется строиться, когда начнется уже эксплуатироваться, когда начнет приобретать уже именно очертания бизнес-процесса и бизнес-компаний, то, что мы сегодня делаем. Это, друзья, то ожидание, которое изначально было и заложено, и на чем строилась вообще вся концепция развития, начиная с января 2014 года. Исходя из этого строился и построение конструкторского бюро, и испытательного полигона, который находится в Марьиной Горке. И опять же, друзья, на основной вопрос, который сейчас, ну когда же вы нам покажете первый проект, друзья, я всегда отвечаю, что первый проект уже мы показываем настолько открыто, наверное, как не показывает ни одна компания в мире. Сегодня то, что делается в экотехнопарке Марьиной Горке, это и есть, друзья, первый адресный проект, где мы с вами как заказчики, как инвесторы, как партнеры проекта, инвестируя и видя то, что происходит. И здесь, друзья, как раз вы все следите за новостями. Вы видели на этой неделе, буквально, по-моему, вчера или позавчера вышло очень значимое интервью Жени Петрова, где он брал именно уже со специалистами, занимающимися сертификацией. И как раз мне понравилась очень важная фраза, когда Женя спросил, ну вот вы с точки зрения профессионала объясните, почему очень важно получить сертификат соответствия. Он говорит, для вас это Олимп. Вы взошли на Олимп и вы показали, что вы обладаете тем, чего ни у кого нет. Но для вас это только начало пути, я дословно цитирую, потому что дальше этот Олимп надо удержать, а это только большая работа, которая будет по применению уже технологий. Поэтому, друзья, этот процесс идет, он тоже закономерен. Вы помните, как мы ждали первых образцов, первых испытаний, потом первых сертификатов, теперь первых адресных проектов. Сегодня все это происходит, все это идет, и каждый из вас может... Ой, слушайте, друзья, я так сказать, как бы, я просто периодически тут этот самый идет перископ, ну и там, когда совсем безбашенные там русские начинают что-то писать, я их просто сразу в черный список удаляю. И вообще я не церемонюсь, когда мне или в Skype, или где-то пишут, предлагают какие-то хайпы, участвуйте в проектах, или еще, так сказать, выкидываю даже не разговор. Потому что сегодня, друзья, время настолько сжато, и тратить время на пустые разговоры, на пустые убеждения, на том, что доказывать, что проект сегодня существует. В этом плане вот Алексей начал первый применять очень такую методику перед где-то, по-моему, в октябре этого года. Он первый раз это применил в Челябинске, когда выступал перед партнерами. Как раз был первый вопрос по токенизации. Вот. И он применил такую формулу. Я не сразу, честно говоря, ее оценил, но сейчас этим активно пользуюсь. Это когда показывают... На начало презентации показываются ролики испытаний и то, что сделано в экотехнопарке, показывается производство, показывается конструкторское бюро. Вот. И дальше вопрос, ребята, для кого это ничего не значит и никто ничего не понял, и дальше задает вопрос, существуют технологии или нет, то я вам рекомендую встать и уйти. Я больше с вами разговаривать не буду, потому что тратить время на то, чтобы доказывать, что вы увидели и вы не верите своим глазам, задачи нету. Идите, если вы идиот или вы по принципу насколько скептик, что пока вы не потрогаете своими руками или весь мир не скажет,
что это существует, вы не будете об этом говорить, значит, вы не в той аудитории, вы не с теми, не с теми людьми. До свидания. Это не неуважение, это не грубая форма, это форма экономии времени, друзья. Самый ценный ресурс, который сегодня есть, друзья, это только время. Потому что сегодня наработки, которые идут, и тот потенциал, который сегодня раскрывается с помощью конструкторского бюро и той инженерной школы, которую Юницкий сейчас все более и более поднимает на высокий уровень, то, друзья, потенциал колоссальный. Бизнес-возможности колоссальные. Ресурсы, которые сегодня... которые сюда сегодня приходят, они просто колоссальны. Самый главный сегодня ресурс – это только время. И, конечно, друзья, я понимаю, что хотелось бы, чтобы все было быстрее. Я очень много понимаю людей, которые говорят, ну когда, ну когда. Мы ждем, мы все люди когда-то чего-то ждут, и вдруг, когда что-то, говорят, смещается на месяц или на два, то, казалось, безумный срок, вы нам обещали. Вот самое, друзья, это вот мне сейчас, который в проекте, у меня буквально через месяц будет юбилей, 18 лет я занимаюсь Skyway, то, как вы понимаете, срок 2 месяца или 3 месяца, это выглядит сегодня просто смешно, когда видишь, как реализуется, как на твоих глазах создаются образцы подвижного состава, испытываются и подтверждаются все расчетные характеристики, закладываемые путевую структуру, как сегодня формируются уже бизнес-модели и бизнес-проекты, которые идут по всему миру, то вот эти вот вопросы, они, конечно, очень абстрактны. Тем более, друзья, что ну, там, кто-то может говорить, что там, я в проекте 4 года, как может сказать Алексей Суходоев, который появился с самого начала, как только пришел, именно запустился краудинвестинг, я его увидел на первой конференции мартовской в 2014 году, как может сказать Андрей Ховратов, еще очень много людей, которые это... Так же, как может сказать Виктор Бабурин, который вот уже, наверное, в этом году будет юбилей, почти 10 лет он в проекте. А что можно сказать про Юницкого, который создает это уже полвека? Поэтому, друзья, здесь сдвижки во времени, они все могут быть. Это научный, инновационный, а с точки зрения бизнес-ожидания, это высокорисковый венчурный проект. И когда по срокам, друзья, очень много сейчас обсуждается по... меморандуму, который мы запустили и обозначили в 2014 году, очень многие пришли, и те вопросы, вот сегодня 11 этап, а по меморандуму 2014 года должен быть уже 15 этап, мы обещали, что в 2014 году выйдем на IPO, а где эти вопросы, понимаете, друзья, 4 года назад с тем безумным временем, которое сегодня меняется и то, что происходит, я не знаю, как кто мог бы быть тем специалистам и человеком, который мог предвидеть то, что будет 4 года назад и то, что происходит сегодня. И здесь я могу сказать уже, когда я оппонирую такого рода, ну, скажем, там, критикам или, скажем, тем, кто является оппонентом проекта, я показываю, друзья, а вы, если вы внимательно читали меморандум, вы там что, что-то слышали про Юнитрак или вы что-то слушали по Юнибус или Юнибайк? Этого вообще не закладывалось сегодня в технологии. А это уже выходит на бизнес-проекты. Мы уже сегодня делаем проектировки и делаем эти проекты. То есть возникло новое направление, которое изначально даже не предполагалось развиваться. И все остальное движется также в тех реально сроках и графиках, которые идет. И здесь, друзья, не надо забывать, что у нас больше года, почти полтора года по срокам нас откинула Литва, когда мы сделали ставку на именно европейскую страну, на европейское законодательство, начали отводить землю, запустились, столкнулись, я бы сказал, просто с вопиющими абсурдными вещами по своей сути. И нас откинуло это на более чем на полтора года. Поэтому это тоже надо закладывать. Второй момент очень важный, друзья. Тот график финансирования, тот график именно построения масштабности краудинвестинга, мы так и не вышли на расчетные вещи, которые мы закладывали в 2014 году. Это, друзья, не упрек нам с вами. Мы с вами делаем то, что мы можем сделать, и то, что мы сделали, это уже очень значимо и колоссально. Но те расчетные показатели, которые закладывались для развития технологий, исходя из финансирования, мы ни разу по этому времени не дошли до этих объемов. Но тем не менее, друзья, все реализуется, все делается и соблюдается график. И по IPO, которое все ожидали или говорили, в 2018 году. Друзья, во-первых, IPO такое слово изначально не звучало, звучало именно свободный оборот обязательств. И даже это обязательство, как бы это ни сложно было реализовать в
сегодняшней ситуации, я думаю, что до конца 2018 года, а реально даже, наверное, во второй половине 2018 года начнется свободный оборот. Это как раз связано с новой абсолютно технологией, которой 4 года назад, наверное, никто не мог не предположить, не увидеть в том, как это будет развиваться. Это технология блокчейн, это платформа, которая сегодня именно обобщает инвестиционную составляющую, которая будет оцифровывать и выводить на новый уровень вообще весь бизнес, связанный со SkyWay. Друзья, это абсолютно новое, что вот создано за последние 2 года, но 4 года назад это даже невозможно было предположить. Но тем не менее, друзья, это как раз характеризует проект SkyWay о том, что все, что возникает новое или очень сегодня необходимое и важное в любой сфере, в том числе и с финансовой, и с расчетной, то все это сразу входит в проект SkyWay. И так же, как сегодня, токенизация неизбежна вообще всей нашей жизни, оцифровка того, что сегодня идет. Это, друзья, не наше желание, это не наше веление. Это тренд, который сегодня задает цивилизация. Это тренд, который сегодня задал именно цифровые технологии, информационные технологии. Это то, что дал интернет. И естественно, что мы, находясь на острие технологического прогресса, создавая передовые технологии, мы, естественно, втягиваем и используем все самое, самое передовое. Поэтому, естественно, друзья, не за горами то время, когда мы будем самым активным образом и участвовать в рынке именно криптосообщества и криптовалюты, и использовать блокчейн-технологии для развития проекта SkyWay. Это тоже, друзья, все развивается параллельно. Мы об этом много говорили. Еще мы об этом будем говорить. Мы на конец марта, начало апреля готовим уже обучение именно на блокчейне. Уже не про блокчейн, а на самой технологии. Об этом мы еще расскажем и будем очень подробно говорить. Это то, что, друзья, активно развивается. Теперь еще очень важный вопрос, связанный с последними событиями, особенно последних 2 недель. Это то, что мы с вами называем дисконтом 1 к 600. И очень много, мне буквально сегодня из наших активистов прислали огромную такую петицию, расклад, и очень много это вызвало, ну, скажем, такую бурю обсуждений и даже нареканий в адрес и совета директоров SkyWay Capital, и руководства всего проекта SkyWay. Здесь, друзья, позвольте мне высказать свою точку зрения и отчасти не согласиться с теми, кто сейчас пытается в негативном свете или считает себя пострадавшим, или пытается показать, что какой-то негатив был достигнут. Нет, друзья. На одном из вебинаров, по-моему, на позапрошлом, который участвовал, мы говорили, что мы проанализировали все открытые рассрочки, которые сегодня есть, и пришли к анализу. Из анализа стало видно, что почти половина рассрочек, которые открыли наши партнеры, они не поддерживаются. Либо кто-то 1-2 раза проплатил рассрочку, потом ее бросил, либо просто открыл и не работает. А у нас в наших резервах, в наших расчетах акции зарезервированы под именно эти открытые рассрочки, поэтому здесь надо было просто несколько навести порядок. И мы сделали несколько шагов. Первый шаг, мы объявили о том, что до 1 марта, по-моему, там сроки, что рассрочки, которые не оплачиваются, если люди их открыли и не платят, то они будут взрываться, и у человека больше такой возможности нет. Больше такой возможности не будет. О том, что как... Давайте еще раз, друзья, с вами остановимся на моменте, что такое вообще дисконт и, ну, там, дискаунт, если правильно говорить, и почему сегодня мы выбрали именно такую модель сегодня привлечения инвесторов. Дискаунт – это премия, это венчурная премия, которая сегодня закладывается компанией, исходя из той будущей прибыли, которую она может получать. Почему здесь будущая прибыль, которую может получать? Потому что, друзья, мы венчурный проект, венчур. Само по себе венчур – это будущее. То, что мы сегодня определяем и показываем, мы делаем для себя посыл о том, что технология SkyWay, она востребована, она будет делать очень высокий эффективный бизнес, за счет этого будут получаться очень большие доходы, которые могут распределяться среди тех инвесторов, которые вошли на первой стадии. И поэтому компания изначально, именно Юницкий как автор проекта, заложил модель, что тот, кто входит на ранней рисковой стадии, он имеет премию. То есть поощрение за риск. То есть он для себя определил по разным причинам,
То есть люди, которые к нам, партнеры, друзья, которые к нам входили в 2014 году, друзья, когда не было ни конструкторского бюро, ни производственных мощностей, ни полигона, ни заказов. Люди рисковали. Это был 100% венчур, но люди верили. Люди верили в саму идею Юницкого. Люди верили в него как в инженера, который может нести и говорит очень нужные и полезные вещи. Они верили нам как команде, которые могут рассказывать и показывать и основательно говорить, что, друзья, мы в 2000 году строили первые испытательные полигоны, потом проделана огромная работа, и мы еще это сделаем. Но, друзья, это был аванс. Это была вера в то, что мы это сделаем. Почему я сейчас могу это говорить таким образом? И здесь как раз мне очень приятно и очень серьезно общаться. Я Владимира Павлова всегда вспоминаю на всех своих встречах, на всех презентациях. Я говорю, друзья, есть в Таллине такой Владимир Павлов, очень серьезный, очень инженер, очень серьезный бизнесмен, очень серьезный аналитик. Но при первой встрече, друзья, когда мы общались в июле, по-моему, в июле или в сентябре 2014 года, он 3 часа мне выносил мозги и задавал вопросы. Ну и, соответственно, первый вопрос, а не мошенники, а не авантюристы ли мы. И, соответственно, приходилось очень аргументированно, показывая, рассказывая, убеждать о том, что мы собираемся сделать, и у нас есть потенциал, есть возможность это сделать. Понимаете, друзья, сегодня, когда мы можем показывать, рассказывать, сегодня идут презентации уже на уровне первых лиц очень серьезных государств в мире, когда Юницкий общается уже на уровне, я говорю, очень-очень серьезных людей мирового масштаба, которые принимают решения уже по уровню мирового развития, соответственно, сегодня это потенциал, что за спиной у нас с вами есть 4 года активной работы, которую мы показываем. И сегодня, когда все презентации начинаются с того, что показываешь, что сделано, дальше начинаешь уже показывать, а вот теперь, друзья, мы показываем, что мы будем делать. И опять идут процессы о будущем, мы показываем, что, ну, какие задачи перед собой ставим. Но, друзья, у нас есть сегодня право говорить о том, что то, что мы говорили в 2014 году, мы реализовали. Что сегодня ставила перед собой команда во главе с инженером Юницким, она реализовала. Естественно, друзья, это горизонт целей. Это не конечная цель. Мы дошли до одной цели, переходим дальше. Мы дойдем до следующих целей, которые сегодня ставим. Откроется следующий горизонт. Этот процесс, друзья, бесконечный. А дальше мне тут один говорит, ну а когда вы всю сеть, всю землю опутаете своими струнами, построите весь Skyway, что, на этом проект закончится? Он говорит, а что дальше? Мне так смешно стало. Я говорю, друзья, а дальше космос. В прямом смысле космос. Поэтому у нас на сегодняшний момент за 6-м технологическим укладом идет 7-й технологический уклад. Поэтому, друзья, у нас горизонтов нет. То есть сам по себе горизонт цели, когда идет планирование по логике горизонта, это значит, подразумевается, что намечается линия, намечается цель, до нее доходим, открывается следующий горизонт. И это как раз самым лучшим образом показывает то, как работает сегодня команда Skyway, как сегодня работает инженерная школа Юницкого. То есть она горизонтов не имеет. Поэтому единственный ресурс, который у нас сегодня ограниченный, есть это время. Соответственно, оно очень сжато, и сегодня мы максимально из этого времени живем. Так вот, друзья, по дисконту, который сегодня, тот 1:600 дисконт, который был в 2015 году, это премия за риск, это премия тем людям, которые для себя нашли мужество войти в проект, несмотря на то, что еще был недостроен полигон, не сформировано до конца конструкторское бюро, что все было только-только в начальной стадии, тем не менее, шли. И сегодня компания, и сегодня автор проекта им дает обязательство о том, что они могут вот с таким вот коэффициентом капитализировать свои. Это, друзья, не говорит о том, что венчур закончился. Это венчурный проект нас будет еще какое-то время этот венчурность преследовать, потому что за тем, что мы сегодня... перископ у нас. Так, секунду, друзья, у меня тут это слетел перископ. Вот так вот. Вот, значит, на премии мы как раз остановились. То есть тот вопрос, что та премия, которая сегодня
гарантируются людям, и та венчурность, которая будет еще за нами идти. Мы сегодня сняли только вопросы, связанные с инженерной составляющей, о том, что технология есть, она соответствует тем характеристикам, которые изначально заявлены, а дальше переходим в следующую стадию уже применения. Но венчурность еще связана и с конкуренцией, и с политиками, которые сегодня строят, и с инерционностью самого развития, потому что все новое всегда приходится пробиваться. И вся система старого организации и жизни, и экономики, и укладов, она всегда будет тормозить. И сегодня это, с большими усилиями все это преодолевается. И сама логика, друзья, венчурности и премий закладывается таким образом, что небольшие деньги, которые приходили инвестиции в 2014-2015, в начале 2016 года, это были очень незначительные инвестиции даже по сегодняшним объемам, не говоря уже о том, что планируется и проектируется на ближайшее время. Так вот, эти небольшие суммы должны приходить под очень, и они приходили под очень высокие дискаунты. То есть были дискаунты, которые там 1:6000, к 5000, потом 1000, то есть помните, кто изначально, потом вот 600, это очень такая была очень серьезная программа. Потом ввели систему рассрочек, когда человек может для себя планировать, и для компании это очень важно. Вот. Сегодня, как вы понимаете, эти коэффициенты, эти именно риски за именно венчурность, за то, что сегодня премия за риск, она сегодня значительно снижается. И большие инвестиции, которые сегодня постоянно увеличивающиеся, и сегодня уже начинают вырисовываться очень серьезные инвесторы уже действительно с большими суммами, они должны приходить на все меньше и меньше и меньше дисконты. Поэтому это, друзья, логика, и она абсолютно правильная. И когда сегодня нам говорят, давайте мы сейчас сделаем дисконтом 1:600 или 1:1000, опять привлечем большое количество людей, это неправильный подход по сути. Поэтому, друзья, еще раз, сам принцип, который закладывался, не меняться и ни в коем случае не будет. Другое дело, что есть определенные так называемые маркетинговые шаги. То есть, когда мы начинаем привлекать и таким образом стимулировать людей приходить. И для этого вводятся и подарочные акции, то есть те, кто входит, и за регистрации мы вводили определенные поощрения. Это, друзья, то, что стимулирует подход людей. И вот в данном случае мы преследовали две цели. Первая цель – это убрать те рассрочки, которые сегодня открыты и не оплачиваются партнерами, соответственно, стимулировать их, если они хотят или нет. И второе, это как поощрение, как именно уважение к людям, которые пришли к партнерам, которые пришли в 2015-2016 году в начале, дать им право стимулировать этой рассрочкой, то есть именно этим таким высоко, скажем так, интересным предложением других партнеров. Но, естественно, что мы подразумевали, что это будет тем людям, с кем вы работаете. И что мы увидели, друзья, это очень показательный момент, тут очень большой анализ можно из этого сделать, что все разделилось на две абсолютно противоположные вещи, вы сейчас сами поймете и сами сделаете вывод, какой наиболее интересный, какой вывод сегодня из этого следует. Что я могу привести пример, допустим, Валерия Гнатюк, да, из Бандитогорска, Валерий Николаевич, который активно работает, активно развивает именно партнерскую сеть, привлекает новых партнеров. Он объявил, что наиболее интересному и наиболее важному партнеру, который сегодня не имеет такой рассрочек, но наиболее активно работает, так когда такая возможность не будет, то он ее предоставит. И как она пришла, он ее как раз отдал наиболее активному партнеру. То есть это абсолютно закономерно, абсолютно четко, что человек, который работает, он получил и дополнительное поощрение, дополнительное право. Очень противоположная сторона, как вы, наверное, все в чатах читали, мы столкнулись с тем, что были ряд партнеров, которые решили продать это право. И говорят, ребята, я предлагаю это право продать, кто мне за это заплатит. Это совсем другая сторона. Вот. И это две противоположности. И, соответственно, я могу сказать, что мы будем очень жестко пресекать, ну и слава богу, что это очень редко распространенное явление, о том, что такое право
может продаваться. И третий момент, вот, с которым мы сейчас столкнулись, это тоже, друзья, для меня очень удивительно. Когда партнеры, в общем-то, эта рассрочка и это право 1 к 600 был дан только тем, кто уже больше 2 лет в проекте, кто понимает ценность обязательств, которые есть, кто понимает информационное поле, которое есть, кто понимает, как работать с информацией в личном кабинете. И особенно интересны те вещи, которые говорят, мы не имеем партнеров, кому передать, то есть у нас нет структуры. Но это, я не могу сказать, хорошо это или плохо, но с чем это можно сравнить, друзья? Вы хотите сделать или у вас есть желание подарить кому-то на Новый год подарок, но у вас нет родственников, нет друзей, нет соседей. И вы говорите, вот у меня есть возможность на Новый год кому-то что-нибудь подарить, но мне некому подарить. Друзья, я такого человека могу только пожалеть. Поэтому если у вас нет партнеров, которым вы хотите передать такое право, это значит, у вас единомышленников в вашем кругу мало, вы одиноки. Соответственно, вы как партнер для нас очень ценны, очень важны, но вокруг нет у вас единомышленников, нет кого вы приводите, кому доводите эту информацию. И второй вопрос, это опять же, друзья, неприемлемо, и почему мы это ограничили, когда начали использовать этот дисконт 1 к 600 для того, чтобы привлекать новичков. И мне когда пишут, что вот я договорилась там из Германии, у меня там вот подруга давно не хотела войти, как я ей предложила 1 к 600 дисконт, она сказала, во, а на этот я дисконт войду. А вот 1 к 200 как дисконт я не буду входить. Друзья, нам такие партнеры сегодня не нужны. Я сразу вам могу сказать, не нужны. Потому что сегодня люди должны входить осознанно. И право, которое мы давали 1 к 600, сегодня даваться не будет. Потому что, когда вы входили, у вас было одно количество информации для принятия решений. А сегодня людям, которые входят, у них другая информация для принятия решений. И если люди не могут принять, исходя из этой информации, решение, пусть не принимают. Не надо с этими людьми общаться с точки зрения, я не говорю личных общений, с точки зрения проекта Skyway. Если человек то, что сегодня видит, и информация, которая ему дана для анализа, не может принять решение, друзья, он никогда не примет решение. Поэтому использовать сегодня 1 к 600 как замануху, как для того, чтобы привлечь, это неправильно. Мы дали, друзья, еще раз прошу это услышать, мы дали это право только для тех, кто его заслужил, чтобы у вас была возможность поощрить, кого вы считаете нужным. Чтобы не мы, как компания, забрали эти рассрочки и дали их кому. У нас всегда есть такое право. Мы можем сейчас объявить и сказать, ребята, дисконт 1 к 10 тысячам. Приходите, и завтра пойдут. Но мы нарушим всю логику, которую мы выстраивали 4 года. Это неправильно, друзья. И сегодня, когда мы говорим, я очень много от уважаемых людей слышу, что вот нас обманули, когда пообещали. Во-первых, никто не обманул. До 15 марта у вас это право. Дарите кому хотите, но... Еще раз я скажу, мы против того, чтобы это использовать как замануху для того, чтобы привлекать сейчас новичков. Потому что все остальные партнеры, которые не имеют права 1 к 600 рассрочки, они привлекают новых партнеров под другие дисконты. И почему вы всех ставите в неравное положение? Это неправильно. Поэтому, друзья, еще раз, мы это рассматривали и рассматриваем как поощрение и дань уважения, кто взял такое право и получил такое право. В 2015-2016 году, и сегодня не мы стали для себя единолично распределять, а мы предложили вам, друзья, сами отдайте кому нужно. Ну и, соответственно, друзья, все, что дальше дебаты в чатах, они показали абсолютно все, что возникли такие партнеры, как Валерий Головатюк, который именно свою структуру стимулировал и показывал, и дал наиболее достойному, как он считает, это право. И люди, которые пытались или пытаются продать, или которые пытаются привлечь, особенно мне интересно, говорит, я привлек крупного инвестора, но из-за того, что он не увидел и ему дали рассрочку 1 к 600, он отказался входить в компанию. Он сказал, что если вы меняете правила, значит для нас это... Друзья, я могу сказать, это по принципу, знаете, я очень много привожу пример свою бабушку, она у меня была очень мудрой женщиной, и она всегда говорила, если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Поэтому если к нам не приходят сегодня такие партнеры, друзья, я могу сказать, слава Богу, пускай они идут в другие проекты. И с такими настроями, с такими вопросами, пускай это задают другим командам. Мы, друзья, все-таки создаем команду единомышленников. Мы создаем команду
тех, кто верит в проект, и проект это самое главное. Как вы видите, хоть мы используем много сетевой маркетинг, но мы все-таки отличающиеся резко от всех компаний. Мы прежде всего проект идеологический. У нас есть цель, есть задача, и мы к этой задаче идем. И, соответственно, партнеры, которые с нами и идут в этом марафоне, друзья, это очень сложная ситуация. Поверьте, что за время, которое я сейчас в этом уже именно многоуровневом маркетинге, вижу, что очень много приходило талантливых людей, ребят, очень талантливых, которые приходили, но они не могут работать в таком режиме марафона. Им надо быстро пробежать, быстро заработать или не заработать каких-то денег и бежать дальше. Здесь могут работать только люди, которые могут системно анализировать, могут системно выстраивать работу, и работа, которая рассчитана и на года. Вот. Поэтому здесь, друзья, я могу сказать, что цели и задачи, которые мы ставили, как бы там нас ни обвиняли или не говорили, это очень хороший положительный опыт. Он показал, соответственно, и настрой, и мне особенно очень понравилось в чатах, что тот человек, который пытался продать это право 1 к 600, потом написал очень интересное письмо и даже попросил прощения из-за того, что он хотел это сделать. Это тоже, друзья, показатель того, как работает. Но еще раз могу сказать, использование этой заманухи для регистрации новых партнеров, это неправильный, по сути, посыл. Абсолютно неправильный. И когда ко мне звонят и тем более пишут и пытаются, чтобы я повлиял и, соответственно, принял какие-то решения, ни в коем случае, друзья. Я буду с большим удовольствием общаться и работать с такими партнерами, как Валерий Николаевич Головатюк. А те, кто, соответственно, у нас просят или хотят это право каким-то образом использовать для того, чтобы получить сиюминутную выгоду, это, друзья, это не осуждаемый процесс. Это может быть и правильно с точки зрения бизнеса, но с точки зрения именно уважения и отношения к тем партнерам, которые сегодня приходят. И здесь Вячеслав Куале, я абсолютно правильно с ним, когда этот процесс начинался, он тоже абсолютно правильно написал, что я сегодня убеждаю, привлекаю новичков с дисконтом 1-200, а тут же кому-то дается право 1 к 600. Мы не в равных условиях. Это абсолютно правильно. Но, Вячеслав, я надеюсь, что я донес эту идеологию, сам посыл, что это привилегия. Именно привилегия тех, кто зашел раньше и, соответственно, кто может дальше на свой взгляд поощрить одного человека. И опять же, друзья, мы сейчас анализируем все, смотрим, и опыт, и результат, который прошел, он, я бы сказал, не то что больше положительный, а он абсолютно положительный. Он выявил очень многие вопросы, он выявил очень многих партнеров, отношения у которых очень разные проекты. Но в общем, друзья, я могу сказать, что этот процесс прошел очень хорошо. И то, что дальше произошло, что мы ограничили этот вопрос, что только по структуре, опять это относится к тому, что если вокруг вас нет единомышленников, ну, друзья, мне остается за вас, ну, только, как сказать, только вам посочувствовать. Это если вы одиноки и не знаете, кому на Новый год что-то подарить, ну, друзья, значит, что-то вы делаете в этой жизни неправильно. Вот, поэтому у наших активных партнеров, у наших действительно тех, кто работает в проектах, у них всегда есть люди, всегда есть, скажем так, желающие, кому бы они могли передать этот дисконт. Значит, тут мне задают вопрос, будет ли дальше эта акция проведена на дисконты, которые были 1 к 400, 1 к 500. Друзья, давайте торопиться не будем, мы проведем сейчас весь анализ, посмотрим после 15 марта, когда мы закроем. Вот это сейчас вопрос, опять же, говорю, почему 15 марта? Ну, друзья, подарки дарят к 8 марта, мы с вами по 8 марта еще поговорим, про 23 февраля, Новый год, нельзя же дарить подарки целый год. То есть мы дали реально 3 недели, ну там больше 2 недель для того, чтобы этим правом воспользоваться. Если вы 2 недели, вам для этого мало, то хоть сколько после этого дай времени, вам все равно будет мало. Поэтому, друзья, это абсолютно такое, скажем так, просто оживление нашей жизни. Ну и самое главное, мы навели порядок и сгребли то, что там у нас почти год висели рассрочки, которые сегодня не двигались, не оплачивались. Сегодня, опять же, друзья, если говорить о том, что рассчитываем, особенно мне, как пишут, что вы потеряли инвестиции, там компания не до, там закрытие корневой,
отодвинулось. Друзья, поверьте, что те инвестиции, те объемы, которые сегодня, это настолько незначительные по сравнению с теми объемами, которые идут, что это даже смешно говорить. Здесь на более важно это отношение к людям, это само уважение, которое высказала компания, и отношение между самими партнерами. То есть это, вот, друзья, намного важнее. Ну, друзья, давайте я передаю слово Алексею. Алексей, надеюсь, что у тебя интернет сейчас работает, и ты включаешься в компанию. Ну, а дальше вы можете сейчас задавать мне вопросы письменно. Я как раз там буквально в конце, 5-10 минут, отвечу на наиболее вопросы, которые... Так, у спонсоров не осталось рассрочек, а желание есть. Ну, Андрей, тут что я могу сказать? Я опять же говорю, у нас это не стоит задачей сегодня... таким образом привлекать новичков. Это, друзья, была разовая акция, направленная именно на возможности и предоставление этого права для тех, кто его заслужил. Почему к инвесторам 2014 года нет привилегий? Очень есть. Так, Алексей, получится у тебя включиться, нет? Так, давайте мы сейчас... Так, нет, Алексей, наверное, потому что он говорил, что у него там с интернетом плохо. Тогда давайте по вопросам. Что с ВИК рассрочкой? Так, про СВИК сказать честно не могу. Геннадий пишет, почему к инвесторам 2014 года нет привилегий? Геннадий, здесь я согласиться не могу. Так, а почему звука нет в перископе? Так, в перископе у всех звука нет? Или это только у отдельных... членов у нас есть в перископе основной звук? Так, перископ пока. Так, нет звука, меня не слышно. Так, сейчас слышно в перископе? Так, все слышно, появилось, да? Так, все. Так, вы ждете. Так, а теперь, ну да, то есть, видите, друзья, здесь сколько мнений. Единственное, что у меня как бы и такое пожелание, и то, что сейчас идет обсуждение в чатах, давайте все-таки поуважительнее, ну, скажем так, по более толерантно, или я бы сказал, уважение друг к другу, потому что мы все-таки, друзья, несколько другое сообщество. Мы отличаемся от других проектов, мы отличаемся от, скажем так, других MLM-сообществ, потому что у нас есть цель, у нас есть задачи, у нас есть определенная пошаговая инструкция, как действовать. Поэтому мы все-таки другой проект, и это тоже надо... сегодня понимать. И чем дальше, это тоже, друзья, как раз очень приятно, когда общаешься сегодня с представителями разных проектов, особенно все, что связано с криптовалютой, то есть с криптонаправлением, то уже не раз слышал такое, что говорят, вы кто? Мы говорим, мы Skyway. И сразу, о, Skyway, это, конечно, типа, вы уже величина. То есть отношение к нам как к проекту, как к сообществу, как к команде, то есть можно объявить новость, а потом ее отменить, переиграть. Ну, давайте, я тут уже как раз ничего не говорю, у нас никто ничего не переигрывал. Так, про скоростную и следующий этап, пожалуйста. Так, по скоростной, друзья, работы ведутся, не останавливаясь ни на секунду. Модуль изготавливается и готовится для демонстрации и на Экофесте, и на Трансе. Он, скорее всего, после и на Транса сразу будет переведен на ходовые испытания. Трасса для скоростных испытаний, она сегодня определяется, где будет строиться. Вот. Есть определенные наработки, и как мы уже говорили, есть несколько претендентов того, где будет стоять скоростная трасса, но дальше, как дальше пойдет развитие этого направления, ну там, где будет конкретно, это мы с вами узнаем, я думаю, прям в ближайшее время. Так, Геннадий, чего я не ответил? Так, про скоростную следующую. Так, ага, Игорь, про поездку Юницкого в Арабские Эмираты.
Ну, Игорь, если вы, наверное, поняли, то я прям 5 минут очень подробно и долго рассказывал о том, что Юницкий на прошлой неделе в пятницу вернулся из, ну, там не только Арабские Эмираты, там целая поездка была на следующей неделе, он опять в командировку, там опять целый ряд стран. И здесь как раз, друзья, про все эти командировки и про все эти результаты, я не знаю, как я уже отвечал, что зная определенные результаты, я могу сказать, что результаты сногсшибательные. Ответил я на этот вопрос, не ответил на ваш вопрос. Можете еще раз задать вопрос, я, ну, еще, наверное, прокомментирую то, что происходит в Арабских Эмиратах и в Индии. Вот. Ну вот, Игорь, да, то есть это самое. Отвечу. Больше, я говорю, я уже вас и прощения просил, и говорил, что с пониманием надо относиться к тому, что, говорю, друзья, большего я сказать не могу. Большего может сказать только сам Юницкий. Поэтому, когда он в очередной раз вернется, у нас, я могу сказать так, по-моему, 9-10 апреля будет очень большая, очень такая важная выставка в Дубае, вот, где будет Skyway выставляться, вот, вести выставку, ну и вообще саму презентацию будет вести Юницкий, там будет обязательно Паш, там будет Виктор Бабурин, и, скорее всего, там одно из направлений, там будем и мы с Алексеем Входоевым, именно все то, что связано уже с работой и по совмещению с блокчейном и с криптонаправлением. Но, во всяком случае, такая проработка есть, и если ничего не поменяется, то мы тоже там в это время будем также активно работать, вести переговоры. Про Индию совсем мало. Что там делается, когда реальность ожидать, Федор? То же самое, что могу просто сказать, что Виктор Бабурин практически каждую неделю, максимум через неделю там бывает. Работа идет самым-самым активным образом. Когда мы с вами узнаем результаты или когда можно будет что-то объяснить и уже что-то вынести на, скажем так, нашу широкую публику, это, друзья, давайте ждать. Еще, наверное, это время не настало. Очень схожа концепция с более старым проектом Венеры, Жака Фрески. Есть ли какая-нибудь связь между этими проектами, Тарас? Ну, я могу сказать, что для нас, конечно, Жак Фрески это, скажем так, большой идеал, пацифист, это наш учитель. И я с большим удовольствием вообще следил за проектом Венеры. Вот наши директора сегодня, кто работает, и Ирина Волкова, и Лариса Артамонова, ну, она сейчас перешла в другой проект, она вот до Нового года была директором Skyway Capital, это те девушки, которые привозили, по-моему, в 2010 году Жака Фреско в Россию, в Санкт-Петербург, где организовывали именно встречу его с бизнесом, и были большие такие последователи. И я как раз с ними познакомился на предмет того, что как можно найти точки соприкосновения. Когда мы все просмотрели и увидели, то есть мы все пришли к выводу о том, что проект Skyway, то, что мы сегодня делаем, это намного дальше развитый и технологический, и идеологический проект, чем Венера Жака Фрески. Поэтому то, что мы сегодня делаем, будем так сказать, это уже дальше намного в развитии, что делал Жак Фрески. Жак Фрески это уже, и проект Венера это уже, скажем, такая история, которую мы перешагнули, идем дальше и развиваем, и в том числе те идеи и концепты, которые он закладывал. Дай-лама дождется нашей дороги? Обязательно. То есть как раз в ближайшее время опять у Юницкого планируются и встречи, и проектировки. Там идет все самым активным образом. Это все, что касается ПЭ. Так, Камбранов, можно ли решить вопрос переводом было. Так, давайте. Эти все вопросы, это все вопросы в техподдержку. Вот, соответственно, такие вопросы я здесь решать не могу. Это давайте техподдержку будем решать. Все вопросы решаемы, что я вам и гарантирую, обещаю, что ни один вопрос без ответа и без, соответственно, окончательного решения не останется. Так, реликтовые деревья на скоростной трассе убрали, вопрос решен. Ну, вот Лидия спрашивает. Лидия, скажу по секрету, никаких там реликтовых деревьев вдоль дороги не было и нет, поэтому есть просто определенные заковырки чиновников,
которые пытаются найти очередной повод для того, чтобы тормознуть строительство скоростной трассы в Беларуси. Вот. Сказать, что все препоны сегодня убраны, пока сказать нельзя. Скажем так, ряд чиновников, я как называю, которые ищут очередную зацепку, чтобы тормознуть строительство скоростной трассы в Беларуси, к сожалению, есть. Вот. Но надеюсь, что как и раньше, так и сейчас все эти вопросы... Так, техподдержка отказалась решить этот вопрос. Ну ладно, тогда в личку мне в скайп напишите. Это самое. Я посмотрю, что можно сделать. Если что-то можно сделать, это я от Камбаров, да, тогда что-то попробую. Если нет, значит вопрос не решаем. Так, ссылаясь заблокировать пакеты, не заблокировать. Так. Все, давайте, я объяснил. Не надо писать сейчас в чате в это самое, что мне в личку, и этот, с этим вопросом разберемся. Если это... Так, что там убивает? Так, ну, Людмила Борисовна, это у нас технические сбои идут всегда. Мы активно сейчас тестируем и готовим переход на GoToWebinar, вот комнату. Вот, хотя вот что-то последние несколько раз вот эти вот и Мирополис стал лучше работать. Хотя технически он нас устраивает не совсем. Когда планируется запуск метаплатформы Skyway? Так, ну мы сейчас, как мы и планировали, мы ее к концу года сделали, заточили. Сейчас идет ее тестирование, обкатка. Где-то по срокам тут уже наши и партнеры с Эмиратов, и с Индии, и сам Антон Борисович нас очень активно подгоняет. Я думаю, что как в сроки мы укладывались, где-то середина мая, ну, ближе, наверное, к концу мая, мы планируем, что она выйдет уже такой на проектную мощность, то есть оцифровку и запуск уже адресных проектов. Поэтому надеемся, что идем в тех же сроках. Хотя, друзья, я думал, Алексей включится, как бы немножко подробнее скажет на эту тему. Настолько сложный и такой неординарный вопрос, что те вопросы и задачи, которые приходится сейчас решать, друзья, ну просто... Наверное, по соизмеримости такие же, как и решает конструкторское бюро с технической работой. Но то, что получается и то, что идет, друзья, аналогов не имеет. Это действительно создается сейчас уникальная вещь. Именно уникальной идеологией с уникальным расчетным инструментом. Ну, как, друзья, наверное, как и все в Skyway. Поэтому мы сейчас тестируем обучение, которое уже идет на самом блокчейне. То есть это новое... Sky School, как мы ее назвали, система, то есть обучение на блокчейне. Мы ее тестируем сейчас на одном из университетов. Вот. И я думаю, что до конца марта мы сможем уже начать первое обучение. Ну, наверное, сначала для директорского состава, потом для топ-экспертов, для региональных лидеров. А где-то в апреле уже можем выйти на общее обучение и по платформе нашей, именно Skywave, и по блокчейну, в общем, как взаимодействовать и как делать. И еще как раз такая очень интересная сейчас идея родилась, что мы на базе нашего Skyway капитала сделаем некий такой трастовый фонд, что кто захочет участвовать именно в работе криптоплатформы, но не напрямую сам, участвуя во всех волатильных активах, которые идут, а просто передав управление определенные ресурсы, то мы дадим такую возможность, и уже тогда наши специалисты, это как такие специализированные инвестиционные компании, и мы будем давать максимальную доходность, которая на эти инвестиции возможна. То есть это такой аналог некого трастового криптофонда. То есть такие возможности прямо в личном кабинете Skyway Капитала мы тоже обязательно предоставим. Ну и также, как мы говорили, уже не раз озвучивалось в предыдущих вебинарах, Алексей говорил, что много задают вопросов, что будут ли привилегии у наших скайвеевцев, которые будут входить в криптовалюту. Я могу сказать, друзья, обязательно будут. И не то, что все как раз увязано, так как это единая концепция, то вы всегда будете иметь преференцию и при входе в самые перспективные адресные проекты. Для всех будет именно для скайвеевцев это право и участвовать в наиболее интересных, быстро доходных операциях и, соответственно, адресных проектах. Мы обязательно все это предусматриваем и делаем, и будем давать такую возможность. Поэтому, друзья, та, скажем так, семья Skyway или то сообщество Skyway, которое сейчас собралось, и тот, кто вошел, это, друзья, не думайте, что никто об этом не думает, или вы будете в каких-то невыгодных отношениях. Те, кто вошел в проект на более ранних условиях, у них всегда, друзья, подчеркиваю, всегда будет более интересные и более перспективные
права, чем у всех остальных. И это даже окна, которые мы будем давать для захода и в саму платформу, и в адресные проекты, они также будут распределяться, и будет отдельное окно для партнеров Skyway, особенно со стажем. И это, друзья, на мой взгляд, абсолютно справедливо и абсолютно правильно. Опять же, ссылаясь на ранее сказанное, более подробно, друзья, я сказать не могу и сейчас говорить не буду. Я говорю пока общие принципы, чтобы не было никаких дальше на этот предмет недосказанностей. Так, Геннадий, что значит траст? Ну, как раз по финансовой грамотности у нас столько сегодня специалистов, которые вам доводят, что такое финансовая грамотность, поэтому что такое траст, а тем более траст в криптовалюте, я сейчас объяснить не буду. Могу сказать, что такая возможность будет. Тенденция вливания инвестиций за первый квартал. Первый квартал, к сожалению, друзья, идет с очень таким серьезным снижением. В общем, по инвестициям, по многим причинам связано. Мы сейчас все анализируем, все делаем, все смотрим и предпринимаем ряд шагов. Потому что сейчас очень такая сложная ситуация, что объем затрат, именно инвестиционных затрат с точки зрения производства, они сейчас растут, это и вооружение производства новым оборудованием, и, соответственно, уже работы, которые ведутся в экотехнопарке, и подготовка к экофесту, те работы, которые нам, и уже адресные проекты, это все требует все больше и большего как раз сейчас уже инвестиций отдачи. А с точки зрения общих тенденций, которые сегодня идут, к сожалению, первый квартал дал существенное снижение. Так. Еще выборы не прошли, все ждут. Так, не понял, при чем здесь. Так, новый фонд, который вы открываете, как вы будете? Это будет, друзья, не заморачивайтесь на этот привет, это все будет в личном кабинете Skyway Capital. Вот, поэтому все функции, которые будут идти вовне из проекта Skyway, и в криптосообщество, и в платформу, и в адресные проекты, они все будут идти из личного кабинета Skyway Capital. Поэтому на этот предмет, друзья, не... И обучение все будет идти в кабинете Skyway Capital. И все предложения, и все это. Поэтому привыкайте к тому, что личный кабинет Skyway Capital – это основной ваш, скажем, окно в мир Skyway, основное то, с чем вы общаетесь и получаете информацию. Уже автоматически не участвует во всех адресных проектах? Конечно, участвует. Просто вот здесь тоже очень требует такого ответа, друзья. Вопрос криптонаправления, токенизации и так далее. Я уже говорил, еще раз просто акцентирую. Друзья, это дополнительный инструмент работы Skyway. Дополнительный. Еще один, который нам открывает сегодня технологическая революция, именно связанная с цифровыми технологиями криптозащиты, программирования. Это называется блокчейн. Соответственно, мы, используя этот механизм, создаем новые параллельные механизмы, которые будут, на наш взгляд, улучшать и в конце концов ускорять капитализацию интеллектуальной собственности. Поэтому это просто дополнительные инструменты. И если вы захотите в них участвовать, то мы вам такую возможность предоставим. То есть, ну вот, Тарам, видите, значит, ответил. Как свиговцы могут пользоваться этим фондом? И это... Да нет, друзья, во-первых, мы вообще не делим свиговцы, капиталы. Это разные точки входа. Это как дилеры, которые продают Мерседес. То есть как можно сказать, что если вы купили Мерседес у одного дилера, то вам нравится Мерседес, или вы купили что-то другое. Нет. СВИК – это с точки зрения своя команда, своя маркетинговая политика. Они действуют своими методами, но цель у нас одна – это Skyway и развитие. Поэтому платформа, которую мы делаем, она, естественно, единая для всех. И все, кто сегодня и в Skyway, и не в Skyway, могут пользоваться этой платформой. Поэтому, друзья, здесь никаких разделений нет, мы объединяем мир, и у нас как раз вопрос не разъединяться, а только объединяться. Поэтому платформа будет общая для всех. Так, хотя бы приблизительно, какую бы стоимость обучения на метаплатформе Skyway? Значит, друзья, если говорить, вот сколько будет стоить обучение, то могу сказать, что обучение, наверное, будет стоить ноль. Но там будет определенные вещи, что это обучение можно будет получить только партнерам Skyway, тот, кто выходит из Skyway, из личного кабинета. И второе, надо купить определенное количество токенов. То есть, понимаете, для того, чтобы научиться делать с ними операции, вам надо их купить. А токены без денег возникать не могут. Поэтому тут стоит вопрос не сколько стоит обучение, а какое количество токенов вы хотите купить.
Если вы хотите купить один там, за, наверное, там, не знаю, 0,1 доллара, то один вам, наверное, никто не продаст. Ну, условно, я сейчас трудно сказать, сколько он будет стоить, исходя из конъюнктуры, которая будет устраиваться. То есть, скорее всего, будет предлагаться какой-то пакет, и мы сейчас разрабатываем предложение, скажем, такое, чтобы в капитале был определенный новый пакет, где вы, инвестируя в этот пакет, получаете акции SkyWay, получаете определенное количество токенов и получаете пакет знаний, который необходимо для того, чтобы дальше ориентироваться в, именно в мире блокчейна и смотреть, как будет работать именно наша платформа SkyWay. Потому что мы больше будем обучать и показывать, что такое наша платформа, зачем она создана, какие у нее перспективы, как это можно использовать для того, чтобы построить на этом бизнес. Это целое такое направление, которое мы будем развивать. Так, ответил я, Олег, на вопрос, да? Вот. Токен инвестору покупать за акции или за деньги? Значит, ну, Людмила Борисовна, это многие вопросы задаются, что самый такой распространенный вопрос, а можно ли акции поменять на токены сейчас? Сразу могу ответить, и смотрите, все эти ответы у нас есть уже многократно. Нет, на сегодняшний момент поменять акции на токены нельзя. Со временем, по мере развития проекта и по мере капитализации, когда будет закрыт вход в корневую и акции начнут расти, вот на этот период, в этот период, скорее всего, акции можно будет менять через биржу на токены. На сегодняшний момент, когда нет свободного оборота акций, мы не можем сделать их конвертацию в токены. И самое главное, друзья, на сегодняшний момент есть ряд юридических основ, которые запрещают это делать. Поэтому если мы сейчас ждем новый закон о токенизации, если там будет возможность привязать акции к токенам, то тогда нет проблем. На сегодняшний момент юридически это невозможно. Поэтому там будет ряд промежуточных определенных шагов. Так, ну тут опять уже пошли друзья, опять пошли вопросы, связанные с токенами и так далее. Сразу, друзья, будет специальное обучение, мы специально под это готовим курс, поэтому сейчас не будем тратить время на это и выходить. Я понимаю, что тема злободневная, всем интересно, но, друзья, наберитесь терпения, все будет, все узнаете. Ну вот, друзья, давайте на... Так, открыть рассрочку по акциям. Какой подарок вы готовите своей супруге на 8 марта? Вот, ну, она у меня большой любитель, как бы там, спа, и они с дочкой, то есть мы с двумя сыновьями будем сидеть дома, а наших девушек почти на целый день в спа, и они будут заниматься как бы чисто собой. Вот это мой подарок, который мы можем сделать нашим девушкам, это моей жене и, соответственно, дочке. Вот, спасибо за это, знаете, то есть действительно уже третью неделю пошло, не могу так сказать, как бы это, но, друзья, наверное, переутомляемость потом. Так, ну все, тут уже дальше по токенам, по всем вопросам все. Ну все, друзья, давайте, я считаю, что у нас сегодня для среды такой очень плодотворный, очень хороший разговор. Мы, наверное, ответили на все вопросы, постарались, во всяком случае, ответить на все вопросы, которые сегодня есть злободневные, и где Юницкий, и что ожидает, и где Эмираты, и что с 600-ми, и что и как, и виноваты, не виноваты, и когда будет платформа. Я думаю, друзья, на все эти вопросы вы сегодня ответы получили. Поэтому давайте в завершение. Сегодня мы накануне очень большого, серьезного, хорошего праздника, 8 марта. Вот. Я всех наших верных подруг, всех партнерш, я бы так сказал, SkyWay, поздравляю с действительно этим праздником весны, действительно с праздником такой радости. Желаю вам прежде всего счастья, личного счастья, семейного счастья, того, чего вы себе хотите. Ну и, конечно, нашего общего счастья в SkyWay. Потому что благодаря вам и на многих из вас, я многих уже знаю, лично многих знаю по, соответственно, скайпу, который пишет. Поэтому, друзья, движемся дальше, ни в коем случае не останавливаемся. Мы только-только набираем обороты. Не могу, друзья, в конце не сказать, вот, опять, конечно, за это Анатолий Эдуардович с Виктором Бабуриным будут как бы определенно ругать, что, друзья, если бы я мог рассказать все события, которые сегодня происходят, конечно, это было бы несколько для меня с точки зрения личного очень приятно это. Но, друзья, поверьте, проект развивается настолько сейчас
другими темпами, другими масштабами, что мы просто будем радоваться, когда эти новости на нас будут выходить. Поэтому давайте пожелаем тоже и удачи, и здоровья, и Надежде Косаревой, нашему генеральному директору, завтра ее праздник, и всем нашим девушкам, которые работают в Skyway. Ну и, конечно, тут уже не привязано к 8 марта, просто Юницкому ему нужна наша поддержка, потому что нагрузка, которую он сегодня несет, и моральная с точки зрения ответственности за проект, и физическая по перемещению, которая есть, и с точки зрения именно ведения бизнеса, тех переговоров, которые он сегодня проводит. Конечно, это очень и очень важно. И здесь я как раз могу сказать, что, друзья, та база, которую мы создали, она позволяет ему сегодня делать то, на что мы сегодня претендуем, и то, что делаем. Все, друзья, большое вам спасибо за встречу, за удачу. Поэтому давайте строй Skyway, спасай планету. Мы объединяем мир. Все, друзья, до новых встреч в эфире.